Народ, всем привет! Меня зовут Владимир. Кто на моем канале впервые, рассказываю. 5 ноября, по-моему, да, 5 ноября меня выписали с больницы и, короче, сделали операцию на позвоночник. Удалили левостороннюю грыжу. На сегодняшний день прошло уже, сегодня у нас 11 января 2021 год. Всех с Новым годом, всех с праздником, самое главное, здоровья вам всем хочу пожелать. Вот. И давайте, наверное, разберем такой вопрос. Я как-то зашел на свой канал и увидел то, что на моем видео, ссылку оставлю в описании, когда я выписался с больницы, у меня такое состояние было просто эмоциональное, душевное, просто захотел записать то видео, и я, наверное, это сделал правильно, для того, чтобы вам это показать. Благодаря тому, что, посмотрев на мой ролик, неважно какого вы года рождения, но когда вы сталкиваетесь с проблемой со здоровьем, особенно, да, вообще со здоровьем, это очень тяжело. А когда это вас еще не окружает такие замечательные люди, как меня, вот. Может, кого-то и лучше окружает, вот. Но, если честно, я очень благодарен всем моим родственникам. Самое главное, это моей супруге Олесе Гапасовне за моральную и всю абсолютную поддержку. Вот. Низкий ей поклон. Вот. Хотя, блин, впереди столько праздников. Позади тоже было, но так как я не работаю, у меня нет денег, поэтому я не дарил подарок на день рождения, я не дарил цветы. Нет у меня. Не было. Но это, конечно, не отмазка, я обязательно это исправлю. Обязательно. Так, вернемся к нашим баранам. Сейчас это видео у меня такое, как сказать, не то что первое. Вот, их много у меня. У меня целый канал, вот даже три канала, есть на канале Дзен, есть на Яндекс Видео, вот, но это не суть. Кому станет дальше интересно, вы можете сами смотреть. Вот. Так, вопрос такой: на моем видео уже набралось более 10 тысяч просмотров. Я, конечно, в шоке, вот, от того, что сколько большому количеству людей стало просто интересно, так сказать, моя судьба. Но это не попросту. Не попросту, ведь действительно очень большой процент людей болеет с проблемами позвоночника. Очень много. Моих знакомых полно именно вот. Это наступает тогда, когда тебе уже за 35. Вот. Возможно, если ты чересчур еще сильно ушатываешь свой организм, оно тебя ждет чуть раньше. Как к этому пришел, я не буду рассказывать, вы сами об этом узнаете. Если, не дай бог, с вами это произойдет. Вот. Так как очень много комментариев пишут, как ты, что там, ты живой, всякие разные комментарии. Пишите, ребята, любые комментарии. Вот. Если тоже такая рубрика будет, обзор комментариев на моем канале. Вот. Там, если честно, есть такие комментарии, когда живот может порваться. Вот до такой степени, ну, это смешно. И оскорбление, и, ну, все, полностью винегрет, то, что в реальной жизни. Ну, по сути дела, кого-то это задевает, кого-то это дергает. Но меня это, наоборот, вдохновляет. Ведь если ты оставил, как сказать, о себе что-нибудь, то тебя всегда вспомнят. Так, комментарий по поводу того, что какие я использую тренажеры. Просили рассказать. Все очень просто. Начну с самого первого, этого простого. У меня появилась вот такая вот ручка дверная. Бюджетная, очень бюджетная. Это вон. Ручку, кстати, он с двери снял, если честно. Вот я ее просверлил. И здесь вот я прокатываюсь по позвоночнику. То есть, покажу вот так вот. Во.
Вот. Вот так вот. И все эти у меня мышцы, я не знаю названия этих мышц, но я уже их всех почувствую, если честно. Вот. Вокруг позвоночника. Вот. И начиная отсюда, они не то что деформированы, все мышцы сжаты. Такой декомпресс, недавно узнал, что позвонок выдерживает, мышцы выдерживают до 8 тонн нагрузку. Вот. Это первый бесплатный тренажер. Второй у меня появилась вот такая вот скалка. На этой скалке я тоже катался. А катался каким образом? Давайте, наверное, вот так вот поставлю. Ну, вот. О! Вот так вот. Берешь и пошел раскатывать потихоньку. Вся спина хрустит. Сейчас послушайте. Это сейчас я могу свободно вот кататься на спине. А после того, как после операции, даже до операции, все мои триггерные точки, они были просто-напросто в ужасном состоянии. Все эти места, все мышцы у меня ужасно болели. А на спине, чтобы покататься на такой деревянной балде, такой деревянной штуке, это просто караул. В общем, катался туда-сюда. Потом у меня появился вот такие вот массажеры. Это обычный валик. Обычный валик. Взял я его из гаража. Я занимался строительными отделочными работами. Вот, и поэтому этого добра у меня полно было. Так как это бесплатно, я сейчас сделаю это для чего? Сделаю, чтобы кататься легче было, чтобы это не тушилось. Вот. Вот. Сейчас эту сразу тоже прокатаю. На этих валиках, они вроде было помягче. Вот. Я их раскатывал. Также вот эти все ноги, вот эти все мышцы, вот все полностью нужно было прокатывать. Во. Процедура. Вот здесь, кстати, да. Процедура не из. Не то, что не из легких, не из щадящих. Когда все триггерные точки забиты, вот эти все мышцы, вот, они не очень болят. Но еще как я справлялся, вот эти все мышцы вот на ногах, они у меня, особенно вот эта нога, была закупорена. Ну, вот так вот волной проходила от большого пальца, уходила сюда и, в общем, туда уходила. Вот, то же самое, я подбирал здесь мышцы, вот, они у меня жесткие были, и находил самое больное место, вот так вот брал, но не щипаясь, а во. Раз, два, три, отпускаю. Раз, два, три, отпускаю. Раз, два, три, отпускаю. Раз, два, три, отпускаю. Все вот эти места проходил. Но так как руки-то плохо работали, у меня еще по ходу дела, не по ходу дела, а так оно, скорее всего, и есть. МРТ я там и делаю, но нет у меня денег, чтобы делать МРТ, поэтому как заработаю денег, обязательно сделаю МРТ, но чтобы впустую, пока не проходить, я просто знаю уже, почувствовал свое тело и где оно у меня болит. Так. Этот валик я вам показал. А, этот еще не закрепил, да. В общем, прокатался я на таких валиках. Какой-то промежуток времени. Вот, катался даже на скалке, серьезно. Потом просто-напросто уже чувствовал, что этого мне мало. А стал как наркоманом. Находив самую больную точку, по максимуму ее нажимал,
прям чуть ли слезы не шли. После этого отпускал, но вы поймите одно, что после того, как отпустишь, помнешь, немножко отдохнешь, на седьмом небе от счастья все мышцы распускалось, боль проходит, голова не болит, и все такое. Все прелести жизни. Поэтому не бойтесь. Учить я, кстати, не буду никого, да, что как делать. Я просто показываю свой опыт. Вот, с чем я столкнулся. И в будущем, чтобы вы с этой проблемой остеохондроз никогда не узнали. Но если вы будете неправильно вести свой образ жизни, как я, на работе пловы, мясо жареное, то все другое, получите то же самое. Сейчас кашку, молочко, ноги помыл, на горшок и в постель. Следующий массажер мне подарила супруга. Это такой эластичная лента. Купили ее, по-моему, не так дорого, каких-то этих процентах, как они называют, какой-то магазин, он в каждом городе есть, там все по 15, все по 20, все по 30. Вот такой вот жгут. Этот жгут дает любые возможности. То есть, к примеру, вот берем и пошел. Так, можно так. По-любому можно, хоть как. Лишь бы было удобно. Вот, ну, в общем, понятно, для чего вот эта вот штука мне нужна была. Потом супруга, Дед Мороз, точнее Дед Мороз, на Новый год подкинул мне вот такое вот чудо, просто чудо, массажер. Мой самый любимый. Об этом я мечтал. И тут ложишься и получаешь удовольствие. Полностью расслабляешься обязательно с дыханием. То есть любое здесь положение можно регулировать, как ты хочешь, по своему усмотрению. Немножко сразу, чтобы в процессе все это было. О! Вот так вот каждый день нужно растягивать. Это вот, ну, знаете, это время. А самое главное, это терпение. Не каждый вот это выдержит. Но если честно, я для себя выбрал сначала тон, чтобы восстановить свое здоровье, а потом уже заниматься другими делами. Ведь если здоровья меня не будет, я не смогу просто делать. Я не смогу ничего, ни работать, ни хрена ничего. Даже жену нормально не смогу полюбить. Вот. В принципе, вот такие вот массажеры. Но основные, наверное, основные упражнения это зарядки, разминки, они все взяты с интернета. В интернете очень полно. Вот.